Итак, привет всем. Надеюсь, на этот раз не будет так грустно, как было с Коннором. Теперь надо помочь Алисе, Лютеру и этой замечательной домохозяйкой. Бывшей, конечно. Нужна помощь, да? Ну ладно, идем. О, паренек. Привет. Поговорим с ним. Здравствуйте. Я ищу Роуз. Она здесь? Зачем она вам? Мне надо поговорить. Она не хочет говорить. Уходите. Пожалуйста, это очень важно. Я Роуз. Вы меня ищете? Мне сказали, вы нам поможете. Помогу. Идем. Лучше в доме поговорим. А паренек не рад. Очень не рад. Думаешь, им можно верить? Ну, что я могу сказать? Попытаемся? У нас нет выбора. Да, у нас нет выбора. Входите. Как тебя зовут? Алиса. Да у нее температура. Мы ночевали под открытым небом. Она устала. Наверху свободная комната. Уложи-ка ее в постель, а я принесу поесть. Адам, проводи их наверх. О, журнальчик, могу прочитать. Нет. Ладно. А может, я могу показать вот эту елку? Она такая красивая. Тоже нет. Идем. Да, опять нашли кому-то проблемы. Ну что? Нравится? А сама не можешь? Ох, какая ты. Со мной все хорошо. Нам нельзя останавливаться. Надо перебраться через границу. Надо объяснить ей, чтобы поняла. Не бойся, Алиса. Эти люди нам помогут. Отдыхай, а завтра вечером мы будем в Канаде. Обещаю. Почему люди нас ненавидят? Мы ничего им не сделали. Ну... Они, наверное, трудно их понять, да? Люди бывают сложными. Иногда их очень нелегко понять. Почему нельзя просто поговорить? Они поймут, что мы хорошие. Ну, как сказать? Пессимистично, наверное. Ненавидеть иногда легче, чем поговорить. Да, это точно.
Не знаю, что ты любишь, но я тут тебе принесла свои фирменные спагетти. Ты мигом встанешь на ноги. А это от температуры. Спасибо. Одежду я постираю. Давай поешь ты. Тебе надо поесть. Ты уже давно ничего не ела. Хоть попытайся. Если что понадобится, я внизу. Ты давай поспи, и завтра станешь сильнее меня. Неужели? Что тут? Я с ней побуду. Ладно, побудь. О! Могу закрыть. А теперь надо поговорить с Роуз. Есть что-нибудь интересного? Нет, конечно. Она не ест, не ест вообще. Она, наверное, андроид, да? Ну что, пойдем. Как долго идет? Ну ладно, что тут у нас? Посмотреть могу. О, елочка. Что тут? Красиво. Да, очень красиво. Праздник. Вороны? Дайвер? А что тут? Ничего. Какой-то мужчина. А тебя как зовут? Я Кэра. Это мой сын Адам. Я Роуз, но ты и так знаешь. Присядь с нами. А это откуда вообще? АП-700. Сейчас. Детская одежда. А, постирала уже, значит. Окей. Буду знать. А прочитать смогу эту книгу жачку? Нет, не могу. Но расскажи мне, как вы сюда попали, девиант и ребенок. Осторожно, значит. Нет, честно, музыка же добрая играет. Отец ее избивал. И когда я это увидела, у меня внутри что-то сломалось. Почему-то ее жизнь вдруг стала важнее моей. Я хотела ее защитить. И мы сбежали. Я поняла. Вы с сыном вдвоем живете? Мой муж умер 2 года назад. А мы с сыном крутимся, как умеем. Вот овощи выращиваем на продажу. Живем небогато, но еда на столе всегда есть. Мы ведь здесь не первые. В последний месяц сюда приходит все больше и больше. И я не знаю, в чем дело. Что-то происходит. Почему вы помогаете? Люди чаще нас ненавидят. Было время, когда и к моим сородичам относились как к скоту.
Нередко выживали только те из нас, кому помогали добрые люди. Говорят, вы переправляете андроидов через границу. Нам поможете? Единственный путь по реке, а зимой она замерзает. Это очень рискованно. А после ролика того андроида по телевизору, все теперь на нервах. Я думаю, вам лучше переждать здесь, пока все не уляжется. Мы не можем жить в бегах. Алисе нужен дом и нормальная жизнь. Нам надо через границу. Как угодно. Прошу, помогите нам. Скорее подойди! Ну давай смотрим, что там. Что случилось? А ты не пойдешь? Стоит, ничего не делает. Ясно. Тогда я сам. Что происходит? Там Мэри. Она отключилась. Что тут? Что? Мы сбежали вместе. Все мечтали, как мы будем жить на свободе. Я ее люблю. Больше всего на свете. Как жить без нее? На стене опять оставим это. РА-9 написано было. Алиса, что ты делаешь? Тебе надо спать. Я не хочу спать. Ну, тебе надо. Ничего. Идем отсюда. Она больше не хотела оставаться в комнате. Все в порядке? Да. В порядке. Не в порядке. Нельзя их прятать. После всего, что сегодня случилось, слишком опасно. Знаешь, что будет, если полиция их найдет? Нас посадят, мам. Ты это понимаешь? Посадят. Адам, мы это уже обсуждали. Нет. Я больше терпеть не стану. Ты пустишь жизнь псу под хвост ради этих машин? Они не машины. Они живые. Я живой. Ты живая. А они? Они роботы. И ты бы этого не делала, был бы папа с нами. А ну не смей говорить со мной в таком тоне. Я не пойду в тюрьму за то, что ты с ними возишься. Замолчи сейчас же! Все, хватит! Ты не слушай. На него просто иногда находит. Он никак не... Не смириться, что отца нет. Он хороший мальчик. Я пойду выясню, удастся ли переправить вас сегодня. Ладно? Подождите, я ненадолго. Все, да? Свободное время, наконец-то. Ну что тут? Третья мировая война. Ага, порадуйте себя. АИКС. Новая серия. $900. Ясно. Ага, кто в ней победит?
А, боже мой, опять война. Как все вы достались с этими всякими войнами. Лютер? Скорее бы Роуз вернулась. Кайра, мне надо тебе кое-что сказать. Насчет Алисы. Не сейчас, Лютер. Не сейчас? Почему не сейчас? Поговори с Адамом. Ну не будь таким злобным. Я понимаю, почему ты зол. Мы не хотим неприятностей, нам просто нужно убежать. Не помогло. А это кто? Полиция! О, это полиция! И время идет что еще. Что нам делать? Черт. Они знают, что мы дома. Да. Надо открывать. Сейчас. Я знал, что этим кончится. Я же знал. Скорее, Лютер, уведи Алису и спрячь. Наверху давай. Наверху. Идем, Алиса. Давай, 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 давай. Что еще? Одежда, лишь Алисы. Не могу спрятать. Вот это спрячем. Закрывай. Еще, еще две. Вот это вот. Вот, 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 вот. Давай скорее. Да блин, не та кнопочка. Фу. И теперь ты. А? Увидя твой страх, все кончено. Ты ведь не хочешь проблем? Не хочешь проблем для мамы? Тогда успокойся и слушай меня. Все? Все сделал? Есть еще что-нибудь? Что еще? Блин. Ну, вроде бы все. Сделал, что мог. Добрый вечер, мэм. Извините за беспокойство. Нам тут поступили сообщения о неких андроидах. На фоне всей этой истории с девиантами, сами понимаете. Разрешите с вами поговорить? Да, входи. Можно войти? А, конечно. Спасибо. Добрый вечер, юноша. Добрый вечер. Может, чашку кофе? С удовольствием. У вас тут ничего необычного не происходило? Никаких незваных гостей? Нет. Нет ничего особенного. Но одежда, Алиса. В доме еще кто-то есть? Там еще моя дочь. Она наверху спит. А у вас есть андроиды? Нет, тут нет никаких андроидов. Ну ладно, посмотрим, что он будет делать. Какой ты подозрительный. Спасибо.
Хм, кажется, ваша дочка проснулась. Да, может быть. Как тебя звать, сынок? Адам. Меня зовут Адам. Все в порядке, Адам? Эти андроиды, они... Он так устал. Весь день сегодня работал в саду. Вы что-нибудь знаете о девиантах? Видели таких? Нет. Нет. Я ничего не видел. Пойду я. Спасибо за кофе. Хорошего вечера. В доме еще кто-то есть? Да это так, стиральная машина. Она у нас старенькая, очень гремит. Извините за беспокойство. Приятного вечера. Пока, Адам. Пронесло, он поверил, что это стиральная машина. А вы почему тут? Уехал. Не бойся, Алиса. Все будет хорошо. Это Роуз. Вы приготовьтесь. Уходим сегодня.